В новый сезон с новыми силами клуб «Самара» выходит из отпуска. Впрочем, каникулы для баскетболистов – одно название. Расслабиться нельзя. Лето – возможность поработать над собой отдельно от команды. Теперь начинается подготовка в полную силу. По 2 тренировки в день. С утра упор на физическую форму. Вечером отрабатываются игровые элементы. Для новичка «Самара СГУ» Дмитрия Артешина сегодняшняя тренировка – возможность сыграться с командой. На самом деле, пока пришел только на первую тренировку, но большинство ребят знаю. Молодые ребята все хотят развиваться. Считаю, что сезон получится достаточно успешным. Здесь собираются хорошие ребята, хороший коллектив. И думаю, что основная задача – это бороться за первые места как в чемпионате России, так и в Кубке России. По словам главного тренера команды, Артешин пока играет даже не наполовину своих возможностей, так что его ждут индивидуальные тренировки. Всего ряды «Самар СГУ» пополнили 4 новых игрока, двое из которых самарцы. Такова позиция клуба – делать упор на местных игроков. Мы в первую очередь даем возможность самарским игрокам проявить себя. А это уже зависит в первую очередь от них. Насколько они в данный момент смогут себя проявить, могут себя зарекомендовать и так далее. Но основная тенденция – это все-таки это возможность дать самарским игрокам раскрыться. Несмотря на уход из «Самар СГУ» трех основных игроков, костяк команды сохранился. И настрой у баскетболистов самый боевой. Атмосфера всегда у нас отличная была. Сколько я здесь нахожусь, атмосфера всегда была очень хорошая. Все дружно друг друга поддерживают. Это самое главное в команде, я так считаю, то, что команда должна друг друга всегда поддерживать. Будем добиваться самых высоких целей, которые поставит нам тренер. Самое главное – это выполнять задачу, которую он нам ставит. Наставник команды цель видит одну – победа и только победа. Всех секретов тренерский коллектив не раскрывает. Однако известно, что сейчас на просмотре несколько высокорослых игроков. Каким будет окончательный состав команды, покажет время и сентябрьские сборы в Литве. Самарцы поболеть за любимую команду смогут на турнире «Приматова» 27-28 сентября. Первые матчи Кубка России запланированы на октябрь. 3-4. Самара. Павел Бимаков, Валерия Макарова, Илья Овсянников, Максим Гусев. События.